Здравствуйте, Асен. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик. Сейчас я его проверю в моей камере. Вот видите мой тестовый объектив. Я устанавливаю одуванчик с помощью двухстороннего скотча. И вам тоже советую сначала установить одуванчик на объектив, на двухсторонний скотч, чтобы потом не отрывать его от клея. Вот он, кусочек двустороннего скотча. Когда будете уже потом устанавливать на клей, когда убедитесь, что одуванчик установлен правильно, не наливайте клей из тюбика. Вот лежит в упаковочке с клеем зубочистка. Очень небольшое количество клея наносите на обезжиренные байонет и одуванчик. Вот смотрите, я запрограммировал фокус на расстояние 105 мм. И диафрагмы от 2,5 до 32. В камере, в меню уберите все данные этого объектива, чтобы он у вас не был зарегистрирован. И ваша камера будет работать с объективом, с одуванчиком корректно. На объективе ставите 32 и управляете диафрагмой с камеры. И режим съемки, чтобы была ловушка фокуса. Режим съемочки AFS. Сейчас я его упакую. И завтра утром он поедет к вам из Словакии. Спасибо за покупку. И спасибо за внимание.